Здравствуйте, народ. Вот так вот, ну, приблизительно выглядит папка со звуковыми файлами в игре. И когда вы будете скачивать новую версию, там с очень многими звуками будут такие небольшие пояснения, где какой движок скачивался, где какой движок был найден. Вот еще один тоже. Вот, то есть будут такие маленькие текстовые файлики в каждой папке с голосами, которые будут показывать, собственно говоря, ну, где это все было дело скачано и взято. Сейчас я вам покажу небольшой кусочек работы квеста по Нельсиленда. Я сразу же скажу, что не знаю. Либо покажу вам сразу же два варианта за мужского персонажа и за женского прохождения этого квеста. Ну, суть, в общем, такая. Квест раньше он срабатывал только до момента, когда Нельсиленд на вас нападал. И, в общем-то, и по сути этим все там и заканчивалось. Там как-то было все немножечко недопилено. Вот, сейчас я разобрал там все по полочкам. Надеюсь, я пока не тестировал это дело в прямом, ну, не в прямом, в записи. Ну, в общем, я умолкаю, друзья. Я оставляю вас наедине с игрой. Заодно посмотрите, послушайте, как будут данные звучать, ну, вот, с нашим вот этим вот, с нашей озвучкой от нейросетей.
Здравствуй, крошка. Нильс Ленда к твоим услугам. Вижу по твоему румянцу, что имя мое тебе знакомо. Но не бойтесь, а прекрасная леди. Нильс Ленда не тот бессердечный негодяй, каким пытаются меня выставить некоторые люди. От такой очаровательной и грациозной женщины, как вы, я попросил бы всего один поцелуй. И эта цена была бы гораздо выше, чем я когда-либо получал от клиентов. Да, все, что я хочу, это один поцелуй от такой прекрасной леди, как вы. Не даруете ли вы столь скромный подарок Нильсу Ленда? Нет? Ну хорошо. Наверное, это уж слишком много для такого простого человека, как Нильс Ленда. Но если передумаете, то вы знаете, где искать меня. Доброго дня, мадам. Приветствую, друг мой. Это я, Нильс Ленда. А, вижу, вы обо мне слышали. Это меня не удивляет. Нет-нет, не надо дрожать от страха. Нильс Ленда разумный человек, а не головорез, которым некоторые хотят меня представить. Я предлагаю тебе честную и простую сделку. На самом деле, очень простое предложение. Вы даете мне 50 сиептимов и взамен благополучно продолжаете свое путешествие. Нильс Ленда дает вам слово джентльмена, что как только наша сделка состоится, вам нечего меня бояться. Вообще-то я могу быть очень хорошим другом. Что скажете? Отличный выбор, дружище. Как я и сказал, Нильс Ленда может быть очень хорошим другом. Если будешь в Пелагиаде, найди меня в таверне полпути. Я помогу, чем смогу. Теперь я должен удалиться. Хорошего тебе дня.